Привет, друзья! С вами снова я, Татьяна, и канал Атоми 22 век. Совсем недавно мы поговорили о капроновых носочках от Атоми, а сейчас время пришло поговорить о колготках. Это еще один приятный продукт от компании Атоми. Это не производство Калмар Корея, но тоже очень отличный продукт. Что нужно знать про него? Он идет в упаковке 7 пар. Внутри очень прекрасно упакованы 7 пар, которых мне лично хватает на год. Вам, может быть, хватит меньше, чем на год, если вы одеваете колготки каждый день. Но я ношу платье не каждый день и не каждый день одеваю колготки, поэтому мне хватает на год такой коробочки. Стоит она со всеми возможными добавками и доставками и так далее около 18 долларов в Канаде. Поэтому мне это кажется очень-очень хорошей ценой за такое количество колготок. Что еще особенного нужно знать про них? Во-первых, они бывают трех цветов. Телесные, как у меня. Еще есть цвет кофе или коричневатый и черный. Сделаны они из 80% нейлона, 15% полиуретана и 5% другого материала. Немножко попозже я расскажу, что же это за другой материал. И что такого необычного в нем. Значит, если посмотреть на женскую ногу, то вы можете увидеть, как эти колготки очень приятно охватывают всю ногу вокруг, поднимает немножко сзади и немножко помогает нам убрать наш животик. Они приятно оборачивают. Достаточно тонкие. По размерам это считается свободный размер, и он подходит женщинам от роста 155 до 170 и немножко выше сантиметров, в зависимости от того, какая у вас комплекция. Нужно, конечно, пробовать. Мне они подходят очень хорошо. Моим знакомым, который до 180, тоже подходит очень хорошо. Всем, кто выше, нужно пробовать. Там есть еще по размерам, очень подробно написано на корейском сайте. Вы можете посмотреть, если вы намного выше или намного больше по комплекции, чем я. Значит, что здесь необычного? Во-первых, лайкра, которая используется здесь, очень высокого качества. Это специальное эластичное волокно. А кроме того, есть уникальный компонент, о котором я говорила немножко ранее. Это специальный фильтр, который защищает от ультрафиолетового излучения. Он называется фильтр UVI-2000. Он совершенно безопасен для человеческого организма. То есть здесь на ноги нам уже не нужно будет наносить никакой дополнительный защитный материал. Эти колготки очень хорошо защищают от лучей А и от лучей Б. Кроме того, защищает от преждевременного старения, что тоже очень хорошо. И, соответственно, тоже от появления старческих пятен на коже. И, кроме того, обладает специальной высокой эластичностью. Такой есть значок High Elasticity. Как нужно ухаживать за этими колготками? Прежде чем я это скажу, вот я вам еще покажу. Если вы зайдете на сайт и нажмете на картинку с этими колготками, пролистав вниз, вы увидите такую таблицу, которая поможет вам понять, какого размера вам эти, если какого вы должны быть размера, чтобы вам эти колготки подошли. Если у вас все подходит по размерам, то вы сможете прекрасно наслаждаться этим продуктом. Если вы вдруг случайно купили этот продукт, он вам не подошел, я думаю, всегда среди ваших знакомых найдется тот, кто с удовольствием его у вас перекупит. Или, конечно, всегда можно вернуть. Как нужно одевать эти колготки? В принципе, как и любые другие капроновые колготки, начинать нужно снизу, постепенно переходя выше, 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 выше. В общем, здесь ничего особенно уникального нет. Стирать точно так же, как и носочки, желательно в прохладной воде, руками. И если вы используете машинку, то тоже стирать в холодной воде. Специальные сеточки для стирки белья. Сушить желательно в темном месте. Не развешивать под прямыми лучами солнца, а также вблизи воспламененных плита там, например, допустим, или открытый огонь, чтобы они не загорелись. Также храните вдалеке от маленьких и грудных детей, чтобы они, не дай бог, не навредили себе. И если вы будете соблюдать все эти правила, вы сможете
получать удовольствие от этого продукта достаточно долго. Спасибо большое, что смотрели. Оставляйте ваши комментарии внизу, подписывайтесь на наш канал, для того, чтобы получать уведомления обо всех новых интересных видео.